Что ты стоишь? Скорую вызывай! Повезло ей. Крови, конечно, много потеряла, но сухожилия не задеты. Вас должна благодарить, что кровь свою сдали, а вы ей... Сестра. В таком случае спуститесь вниз и заполните бумаги для поступления. Если бы не я, сидела бы сейчас в своей трехкомнатной квартире, бы одна. Ты как же, посидишь с тобой. Посмотри назад. Видишь, там парень у стойки стоит? Ну? Между прочим, на весь вечер на тебя пялится. Да неправда, он на тебя смотрит. А-а, на тебя. Да нет, на тебя. А-а. Саша, не зли меня. Ну почему ты такая умная, красивая, с трехкомнатной квартирой и заворовала себя в четырех стенах? Надька, ну прекрати, ну что ты ко мне пристаешь, ну? А что ты покраснела? Тебе мальчик понравился? Еще чего. Я вижу, понравился. Нет. Да. Нет. Пора действовать. В смысле? Здрасте. Два. Привет! Привет! Как настроение? Отлично! А я тебя здесь раньше не видел. Да вообще-то я первый раз здесь. О, и... Спасибо. И как тебе? Как впечатление? Здорово. Пойдем потанцуем. Гена! Саша! М? Пойдем. Пойдем. Привет. Привет. Я понимаю, что приходить раньше назначенного времени – это неприлично. От тебе. Спасибо. Очень красивые цветочки. А ты одна здесь живешь? Одна. Слушай, ты салат будешь? Да. А родня где? А у меня нет никого. Я раньше с бабушкой жила, но она умерла. Ой, извини. Да ничего страшного. Слушай, давай не будем о грустном. Давай выпьем. Да, давай выпьем за самую красивую девушку. Спасибо. Знаешь, а у тебя
У тебя замечательная квартира. Правда? Да. Здесь какая-то волшебная атмосфера. Мне здесь очень спокойно. Здесь как-то тихо. Ну кому же здесь шуметь? Ну да, это не моя общага, где все на ушах ходят, на головах стоят. Постоянно какие-то пьянки, гулянки. Да уж, на носу защита диплома, а сосредоточиться невозможно. Понятно. Знаешь, я понял. Все это не важно. Главное, что я встретил девушку своей мечты. Спасибо. Слушай, ну если тебе там плохо, хочешь, переезжай ко мне, поживи пару дней во время сессии. А я мешать не буду? Ты? Мне? Да ты что, конечно, нет. Угу. Подожди, подожди, что, он переехал к тебе? Угу. Ну ты даешь. Ой, Надька, знаешь, я, кажется, влюбилась. Заметно. Нет, но он правда необыкновенный человек. Он сам готовит. Он ходит за продуктами. Надя, он даже моет посуду, представляешь? Ой. Я даже не думала, что такие мужики бывают. Какие телячьи нежности. Я-то знаю, какие они бывают. Ну какие? Он совершенно не такой. Не такой, как все твои ухажеры на раз. Да все они такие. Нет, не все. Ну хорошо, хорошо. Вот все такие, а твой не такой. Надька, он меня замуж зовет. Как думаешь, идти? Ну, конечно, идти. А ты у меня на свадьбе свидетельницей будешь? А у тебя что, есть какая-то другая лучшая подруга? Слушай, мне так хочется, чтобы у нас все было вообще супер. Музыка, цветы, шампанское, Саш, гости, Саш, платье красивое. Саш, послушай, скажи, а если наша свадьба немножко будет другой, ничего страшного, а? Как это другой? Ну, если мы просто распишемся, просто посидим в узком семейном кругу, ты да я вдвоем. Вдвоем? Да, ну а что? Не, я понимаю, что это не то, о чем ты мечтал, но это ведь не главное. Ну, да, конечно, не главное. Ну, если хочешь, давай вдвоем. Отлично. Ой, подружка, ну я так за тебя рада. А он-то знает? Нет, пока еще нет. Слушай, я отпросил сегодня пораньше с работы. Хочу устроить ему романтический вечер, чтобы все рассказать. Да вот, не удержалась, забежала к тебе. Просто нужно было с кем-то поделиться. Ну ты поделилась? Да. Ну так иди скорее к нему, время-то не ждет. Пойду. Давай. А ты чё так рано? Ну как ты? Нормально. Саш, ты прости меня. За что? Ну как за что? Это же я во всем виновата. Я тебя с этим подонком познакомила. Я просто хотела как лучше, а получилось как всегда. А потом еще смотрела на вас и вашему счастью завидовала. Глупости. Ни в чем ты не виновата. Видимо, это судьба. Судьба? Да это дурь!
Саш, ни один мужик на свете не стоит того, чтобы за него вены резать. А ты обо мне подумала? Ты подумала, каково мне было? А что, если бы ты и вправду... Ай, ладно. Извини, что полы в ванной испачкала. Саш, ну какие полы? О чем ты говоришь? От меня одни проблемы. Я неудачница. Ну что за чушь? Ты еще молодая совсем. У тебя вся жизнь впереди. А в жизни знаешь, сколько всего интересного будет? И ты хотела все это пропустить? Ты разве позволишь? Ешь давай. Сидите, сидите, не вставайте, я на секунду загляну. Моя смена уже закончилась. Ну? Вижу, больная идет уже на поправку. Александра, кажется. Да. А это Саш, тот самый хирург, который спас тебе жизнь. Как вас зовут, кстати? Блоков Вячеслав Максимович. А вас? Надя. Надя. Надежда, красивое имя. Здесь в ней особо нуждаются. Вячеслав Максимович, там с открытым переломом привезли. Хорошо, я сейчас подойду. Выздоравливайте, Александра. И чтобы вот этого я не видел. Договорились? Да и вам, Надя, надо бы тоже отдохнуть. У вас глаза красные. На, попей. Ну, а теперь говори, что случилось. Надька, он мне изменил. Ты уверена? Я их только что застукала у себя дома. Для мужиков это нормально. Не ты первая, не ты последняя. Господи, Надь, если бы ты видела, как он себя вел. Ему совсем не было стыдно. Ну, совесть она, либо она есть, либо ее нет. У мужчин ее чаще нет. Ну, что ты теперь будешь делать? На поводок его возле себя посадишь? Конечно, нет. Он взрослый мужчина, и он свой выбор сделал. И теперь я должна сделать свой выбор. Как бы тяжело это ни было. Развод? Может, вы еще помиритесь? А ты знаешь, мне твой ген никогда не нравился. Какой-то он скользкий. Свадьбу он с тобой не сыграл. С родителями своими до сих пор тебя не познакомил. Друзей у него нету. Твоим подругам тебя не пускает. Какой-то он странный. Странный. Мне даже удивительно, как я могла в него влюбиться. А была ли это любовь? Уже и не знаю. А что ты с ребенком решила? В смысле? Ну, у тебя какой срок? Месяц, а что? Еще не поздно избавиться. Ну, ты же его не потянешь одна. Господи, я не знаю, ты. У тебя хоть родственники есть, тебе хоть кто-нибудь поможет. А мне что делать? Я же одна. Все, все, не реви. Успокойся. Родственники, знаешь, от них толку, как от тараканов. И ты не одна. Я у тебя есть. Слышишь? В общем так. У тебя есть время подумать. Если что, то будем воспитывать вдвоем. Да? Ты мама, я папа. Спасибо, Надька. Слушай, Надь, пошли со мной. Скажем ему, чтобы выметался из квартиры. Саш, ну пожалуйста, ну не впутывай меня. Вы потом помиритесь, а я всю жизнь виноватая буду. Наденька, ну я тебя очень прошу, ну пожалуйста. Ну ладно. Пойдем. Саша!
Значит так, собирай свои манатки, чтобы вечером духу твоего не было на квартире. Саш, послушай. Она тебя уже достаточно наслушалась. Саш, послушай, прости меня, пожалуйста, это была случайно. Для меня ничего не значит, чья связь. Я люблю только тебя. А что же, если ты такой влюбленный, ты баб в квартиру водишь? Гена, пожалуйста, не надо. Мне врач сказал, что мне нельзя волноваться из-за ребенка. Ребенок? Подожди, ты сказал ребенок? У нас что, будет ребенок? Так это ж здорово! Что ж ты мне раньше не сказала? Гена, я тебя очень прошу. Прости, я полный идиот! Я думал, ты меня просто не любишь. Я тебя очень прошу, давай без сцен. Подожди. А ребенок? Ты что, хочешь оставить его без отца? Может, лучше без отца, чем с таким, как ты. Наденька, не надо, пожалуйста. Ты мне обещаешь, что это больше никогда не повторится. Обещаю. Я все понял. Ты как себя чувствуешь? Все в порядке, все хорошо, все нормально. Пойдем. Катали, видать, сверху крутые горки. Мамочка, ты знаешь, я вот это... Вот получил сейчас у молодой мяч пропустить. Ген. Ген, ну ты чего? Ну я же кино смотрела. Да ну, на что я кино? Давай лучше футбол посмотрим. Между прочим, ты мог бы и спросить, прежде чем каналы переключать. Да что спрашивать-то? Понятное дело, футбол идет. Это ж святое. Кристиан объятие, тот вратарь, который... Ген, ну что ты делаешь? Ну, я же только что убиралась. Ну зачем ты соришь? А потом они спрашивают, почему мужики налево ходят. А куда им еще деваться от таких жен? Передачи содержит, но может быть 12-15. Интересно, вот будет чех выбивать? Ладно, извини. Если будет, то может быть даже и жалко, потому что хотел... Не дуйся, был неправ. Милан без мяча вот так вот играет, сколько, на протяжении какого времени подопечные Анчелотти будут играть в таком импровизированном квадрате, не в состоянии вернуть мяч себе. Как борется Анелька, потом Молода ставит корпус... Спасибо. ...нарушением правил и один из редких свистков в первом тайме Юрия Баскакова. Нарушение правил. Нарушение правил в атаке. Вообще удивительно, конечно. Ну ладно, так говорить, но вот пока по первому тайму можно... Гена! О, Гена! Гена, мне плохо! Что за... Господи! Что случилось? Гена, мне плохо! Вызови скорую, я тебя про... Алло! Алло, скорая! Здравствуйте, моей жене плохо. Не знаю. Думаю, что-то с животом. Адрес. Бульвар Свободы, 12. Квартира 39. Да, 12-39. Спасибо. Тише.
Саш, ну не грусти. Живая, слава богу. Ну будут у нас еще дети. Много детей будет. Сейчас. Это, наверное, по работе. Что случилось? Что это? Не знаю. А я знаю, дорогой. Это лекарство, которое провоцирует выкидыш. Где ты его взял, Гена? А почему ты думаешь, что это я, а? Почему ты не думаешь, что это твоя, может, пришибленная подруга, а? Надька. Да, Надька! Да она вообще у нас не появляется, по твоей милости. Никому, кроме тебя, дорогой. Да потому что рано нам еще. Рано, ты понимаешь? Надо еще пожить свое удовольствие. А потом о детях думать. Между прочим, ты сама хотела. Что ты говоришь? А я хотел как лучше. Я тебя ненавижу. Убирайся, слышишь? Спасибо. Здравствуйте, Надя. Как ваши дела? Здрасте, доктор. Вы помните мое имя? А что, не должен был? Ну, я не знаю, у вас здесь столько людей ходит. Так всех и не упомнишь. Как ваша подруга, Александра? Депрессия прошла? Кажется, да. Знаете, есть категория самоубийц, которым нравится, чтобы их жалели. И они берут за правило периодически что-то с собой делать, чтобы окружающие имели повод пожалеть их и попереживать за них. Нет, Сашка не такая. У нее просто действительно очень тяжелый период в жизни. В таком случае я рад за нее и за вас. Извините, надо идти. Надя, а может быть мы с вами встретимся не на территории больницы? Это что, приглашение на свидание? А что? Такие красивые девушки, как вы, не ходят на свидания? А что, такие занятые люди, как вы, находят на это время? Врачи тоже люди. Так каков ваш вердикт? Вячеслав Максимович, я подумаю. Надя! Надь, простите, я опоздал, потому что проспал. Вы проспали? Ну, я с ночной смены, а утром еще просили задержаться. Ну, привезли тяжелого больного. Пока приехал домой туда-сё, прилег на секундочку, а вырубался на час. Вы простите меня, я готов встать на колени? Вообще-то, я никогда никого не жду. Ждут обычно меня. Ну, в жизни же бывает исключение. Раз не ушли, значит, ждали. Я вообще сама не знаю, почему. За вас сеанс пропустила. Ну, это не беда. А давайте пойдем на следующий сеанс. А пока есть время, можем погулять. Давайте. Надя, у меня есть предложение.
Давай перейдем. Рационализаторская? Да, перейдем на «ты», а то ощущай себя каким-то стариком рядом с тобой. Давай, потому что я лично себя ощущаю школьницей рядом с профессором. Все-таки удивительный ты человек, Надя. Почему? Удивительно преданный. Насколько я понимаю, Александра тебе абсолютно посторонний человек, а кроме тебя к ней больше никто не приходит. Сложно представить, что у такой милой девушки никого нет. Ну, на самом деле, она сирота, у нее действительно никого нет, а мы с ней лучшие подруги детства. Извини. Ничего, у меня, например, наоборот, куча родственников. Но меня никто так хорошо не понимает, как Сашка. Да, понять человека – это редкий дар. Искренность еще более редкий. Согласен. Интересно, а что ты подразумеваешь под искренностью? Ну, это когда... Это когда человек не пытается изобразить из себя то, чем он на самом деле не является. Это что ж, по-твоему, получается, что хам не должен прятать свое хамство, а болтун – свою болтливость? Ну, нет. Зачем прятать? Исправиться гораздо проще. Да. Ты меня удивляешь все больше и больше. Почему? Ты не боишься быть сама собой. А ты? А я уже... Не знаю, кто есть на самом деле. Я погряз в рутине. И порой мне кажется, что она стала вторым моим «я». Но это было до того, как я тебя встретил. А когда я тебя увидел, то, честно сказать, я... Очень жалею, что у меня нет такой подруги, которая есть у Саши. Мне что, показалось ли вы правда ко мне неровно дышите? А ухаживание теперь так называется? Ухаживание? А что, я не гожусь в ухажеры? Ну почему? Очень даже годитесь. Вы милый. Ну, во-первых, не вы, а ты милый. А во-вторых, мне очень даже приятно. Ой, только не надо мне сейчас рассказывать, что ни одна девушка тебе этого не говорила. Я терпеть не могу, когда врут. Хорошо, я не буду. Ну вот, уже началось. Мужчины не могут не врать. Так, все ты про нас, про мужчин знаешь. Я ощущаю себя как микроб под микроскопом. Ты думаешь, у нас и правда может что-то получиться? А ты не думаешь? Говорят, вы гениальный хирург, Вячеслав Максимович. Ну вот... Целоваться вы не умеете. А может, ну это кино? Уже второй сеанс пропустили. А может и ну. Ну и чего ты встал? Сейчас бы кофе в постель. А можно чашечку? Какой ты остроумный. Да. Спасибо тебе за вчерашний вечер.
что у меня в жизни уже не осталось места для таких вечеров. И вообще иногда кажется, что жизнь проходит мимо меня. Ты что, жалуешься на жизнь? Я? Угу. Дай подумать. Да, жалуюсь. До вчерашнего вечера в моей жизни не было ничего интересного. Бедный мальчик. Не веришь? Так. Почему? Ну? Классные бутерброды. Я считаю, что вы все мужчины одинаковые. Вот когда вам что-нибудь надо от нас, то вы ласковые, как мартовские коты. А потом точно так же, как эти коты, уходите восвояси. Угу. А бутерброды? Обычные. Так уж и все. А вот мне нравится, как именно ты готовишь бутерброды. Ну, может быть, не все, но большинство. Подавляющее. Угу. И никакой разницы в приготовлении бутербродов не существует. Хорошо. А ты не допускаешь мысли, что среди этого большинства неженатых, гуляющих, как мартовские коты, мужиков, ну, есть один несчастный, одинокий, никому не нужный хирург, который мечтает о мисочке, коврике и доброй хозяйке. А в бутербродах главное, что они сделаны с любовью. Надя! Я полотенце забыл в шкафу. Принеси, пожалуйста. Ага. Надь. Надь, что случилось? Ничего. Неправда. Я же вижу, что у тебя что-то случилось. Нет, Саша, правда. Ничего не случилось. Надь, тебе что, на работе проблемы из-за того, что ты со мной постоянно сидишь? Да нет же. Ну а что тогда? Что тогда, что тогда? Все мы бабы дуры, вот что тогда. Бабы каются, а девки замуж собираются. Понятно. Ну и кто он? Никто. Так просто. Парень раз. Надька, у тебя все будет хорошо. Никто не сомневается. Ладно, я пойду, а то на работу опоздаю. Давай. И выздоравливай, пожалуйста, поскорее, хорошо? Хорошо. Спасибо. Слушай, Паш, подменишь меня сегодня, может, а, чуть-чуть? Да без проблем. Хорошо, хорошо. Мне надо домой по-быстрому сегодня поехать. Добро, добро. Ну что, Александра, жизнь прекрасна? Да, док. Вот и замечательно. Больше к нам не попадай. Постараюсь. Вячеслав Максимович, спасибо вам за все. Да не за что. Надя своей подружке. Привет передавай. Цени дружбу, она редко встречается. Я знаю. Ну, до свидания. Спасибо. Ну, вроде все кажется. Да. Мне кажется, получилось супер. Согласна.
Надька, спасибо тебе огромное. За что? Как за что? За то, что не бросила. Да куда же я тебя брошу-то? А этот подонок еще будет локти кусать за то, что так с тобой поступил. Его Бог накажет, вот увидишь. А у нас с тобой все будет хорошо. Конечно. Что-то я не слышу энтузиазма в голосе. Привет. Может, объяснишь, что происходит? Ты что, сам не догадываешься? Нет. Ты за кого меня держишь? За полную идиотку? Нет, но то, как неожиданно ты исчезла, заставляет меня задуматься. То есть ты еще издеваешься? Это ты надо мной издеваешься. Все. Надо было сразу сказать, что простой хирург с мизерной зарплатой для серьезных отношений тебе не подходит. И кто это был? А так соседки. Ее нет дома. Понятно. Ой, надоело все. Надо что-то делать. Саша, у тебя купальник есть? А что? Собирайся, подруга. Едем отдыхать. Чувствуешь, какой здесь воздух? Да, здесь здорово. Ну вот, ты еще ехать не хотела. Да я и так на твоей шее сижу. Добрый день, девушки. Вас подвезти? Спасибо, не надо. Почему не надо? Такие красивые девушки не должны ходить пешком. Слушай, отвали, а? О, какие грубые здесь девушки, а? Да пошел ты нафиг! Надеж, не груби. Молодые люди, спасибо вам большое за приглашение, но мы не хотим вас задерживать. Лето, оно, знаете, слишком короткое. Вам надо спешить. До свидания, Надюш. Ну, ладно. Сначала положено. Здравствуйте, девочки. Здрасте. А вы чего, бежали? Да там к нам на трассе какие-то мужики приставали. Да вы что? Маньяки какие-то. Руслан, ты слышал? Говорят, у нас маньяки завелись. Да? Скорее, маньячки. Я сейчас на трассе каких-то грубиянок встретил. Здравствуй. Привет. Секундочку, девочки.
Красота. Пойдем купаться. Пойдем. Ой, Сашка, представляешь, если мы здесь встретим мужчин своей мечты? Угу. Таких, как сегодня на трассе. Ну почему сразу, как сегодня на трассе? Зачем ты с краской сгущаешь? А я не сгущаю краски. Давай. Может, здесь? Угу. Давай. Просто не хочу повторять свои ошибки. Да ладно тебе. Еще встретишь прекрасного парня, которому будешь нужна только ты. Да, только в данный момент я к этой встрече не готова. От прошлого еще не отошло. А я готова. Я встречу. Надь, слушай, а Вячеслав Максимович, помнишь хирург, который мне руку зашивал? Мне кажется, ты ему нравишься. А я знаю. Да? Угу. Он меня даже в кино приглашал. Серьезно, а ты? Угу. Ну что, я отказалась, конечно. Почему? Ну а зачем мне нищий хирург с койко местом в общежитии? Надь, ну разве это важно? Для меня важно. Господи, ну неужели мой опыт тебя ничему не научил? Вот как раз твой опыт меня и научил. Нашла себе бедного мальчика. У меня будет все по-другому. У меня будет богатый мужчина с квартирой и машиной. Ну такого ты в этой дыре точно не найдешь. Да, точно. Привет, хулиганки! Слушай, отвали, маньяк! Опять хулиганить пришли? Держите дистанцию, мужчина. А может, я с вами познакомиться хочу? Ой, пожалуйста, увольте от такого счастья. А вы вообще ко всем мужчинам так? Или только на меня чем-то обиделись? Слушай, тебе что, делать нечего? Отстань от нас, а? Слушай, пойдем пошли отсюда, да. Девчонки, девчонки! Здрасте. Саш, смотри, какой мальчик. Господи, совсем с ума сошла. Опа! Хулиганки! Кататься едем? Будем рыбку ловить? Да, только червячков накопаем. Это с вами, что ли? Ну а что, вроде больше никого нету. Саш, давай, нормально. Я тебя очень прошу, Надь, поехали. Ну? Я тебя очень прошу, не надо. Подожди. Хорошо, только при условии, что без грязных намеков. Идет? Идет, заметано. Thank you.
Ну что, девчонки, давайте знакомиться, а то сейчас уже шашлыки будем жарить, а мы еще не знаем, как зовут таких красавиц. Давайте. Меня зовут Надя. А это моя подруга Саша. Дима. Очень приятно. Взаимно. Вот что значит молодость. А вчера она меня назвала маньяком. Руслан, ты давай готовь удочки, тебе все равно тут ловить нечего. Вы уж извините нас, пожалуйста. Мы просто вчера на трассе очень испугались. Ну да, я похож на волка, а вот эти вот два джентльмена нет. Вы еще их не знаете. Лучше идите ко мне, будем рыбу ловить. А с этими жуликами лучше не связываться. А, жулики. Да он наговаривает. Эдик. Саша. Ну, стоп. Думаю, что готовы. Дай-ка вау. Нож. Держи. Красивый. Главное, что вкусные были. Саш, а расскажи о себе. Да как-то нечего рассказывать. Лучше уж вы о себе. Я работаю на фирме. Руслан... Руслан мой начальник. Интересно, чем занимаемся? Честно? А что вам интересно? А мне интересно, почему женатые мужики налево гуляют? Ну это, держи, это риторический вопрос. Вы лично сами как думаете? Если б знал, ответил бы. Ну вот и я, если б знал, сказал бы. Ответ очень прост. Семейная жизнь — это рутина. Точно. Конечно. А любовь? Какая любовь? Ну, любовь, из-за которой двое людей соединяют свои жизни. Все это бред. Брак – это коммерческий проект. Двое людей договариваются о сотрудничестве на взаимовыгодных условиях. Один зарабатывает деньги, вторая их тратит. При этом еще иногда готовит, убирает, ну и… Стоп. Я не согласна. Ну? А как же дети? Хороший вопрос. И к какому пункту коммерческого проекта отнести? Ну, это уже издержки производства. Ну, юмор у вашего друга. Боюсь, что он не шутит. А вы как думаете? Я с ним не согласен. А он, кстати, настоящий джентльмен. Все его женщины разводят его по полной программе. Так что вы не теряетесь. Давайте. Слушай, отстань от нее, но... Да я и не пристаю. В общем-то, есть к кому приставать. Знаете что, Эдик? Вы меня, конечно, извините, но ничего не будет. А что значит ничего не будет? Я вам еще ничего не предлагал. Ой, вот только не надо играть в благородство. Дешево получается. Да уж как получается, только не надо по одному человеку судить обо всех. Так, ладно. Давай пойдем на пляж, как собирались. Взевать мне только что с пляжа. Девчонки, а как вы относитесь к тому, чтобы отметить наше знакомство? Дождемся Эдьку и в путь. Мы здесь недалеко, кстати, остановились, в гостинице на трассе. Там хороший барчик есть. Ну, музыка хорошая, коктейли. Руслан, ты как? Я за. Ну, а почему бы не посидеть в хорошей компании, да, под приятную музычку? Спасибо большое за приглашение, но давайте в следующий раз, ладно? Найдешь, пойдем. Извини. Саш, ну какая ты эгоистка! Такие мальчики! Надюш, ну они наверняка женаты. Господи, тебе-то что? Ты что, за них замуж собралась? Оно тебе надо! Мы могли бы просто отлично провести время, а не тухнуть в этой дыре. Ну ты же сама говорила, что тебе здесь классно. Классно, да, когда ехать больше некуда. Господи, как я устала так жить! Как я устала делать вид, что мне наплевать на мое одиночество! Надюш, ну я очень хочу, чтобы ты была счастлива, но поверь мне, этот парень не то, что тебе нужно. Да откуда ты знаешь, что мне нужно? Тебе один раз в жизни не повезло с каким-то подонком, и ты теперь думаешь, что все мужики такие. Ну если хочешь, иди. Как я туда пойду? Одна. Что я скажу? Ладно.
Проехали. Ну ладно. Надо пойти извиниться перед Эдиком. Я ему столько неприятных вещей наговорила. Идешь со мной? Сашка, ты прелесть. Спасибо. Ну что? Надька, смотри. Ну, ну, давайте снова выпьем. Да. Выпьем, да, выпьем. Вот кто за не теряется. За любовь! Выпьем. Давайте пить, за любовь, конечно. За давайте, любовь, да. 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 Честно говоря, не об этом я мечтала. Как-то это все не романтично. Серьезно, давайте потанцуем, мне нравится. Слушай, а зажигалочку? Пошли домой. Пошли. Я хочу танцевать. Ну что, напьемся? А запросто. Так. О! О! Только мне немножко. Угу. Все, хватит. За что пьем? Давай за дружбу. Давай. Давай еще. А давай. Хватит. За что на этот раз? Ну ты же у нас мастер говорить тосты. Хорошо, давай. Давай тогда за нас. А давай. Фу. Фу. Ой, слушай, господи. А чем тут сидим? Пойдем танцевать. А пойдем. Пошли. Бывают беды и невзгоды, не покидают наших стен. Проходят дни, недели, годы, но нет желанных перемен. И тут дожди шуршат страницы, лист желтый падает с ветвей. Сквозь суету мелькают лица, не то врагов, не то друзей. Бывает так, что враг поможет, бывает, что обманет друг. Каждый день одно и то же. Надька, смотри, Вячеслав Максимович. Не Вячеслав Максимович! Я не хочу видеть. Здравствуйте, Вячеслав Максимович. Какими судьбами? Здравствуй, Александра. Да вот со сменой приехали отдохнуть на выходные. Вот уж кого не ожидал здесь увидеть. Ну почему же? Одна приличная турбаза на весь город. Надь. Надя! Надь, ну поздоровайся с Вячеславом Максимовичем. О! Вячеслав Максимович, как дела? Спасибо, неплохо. Как вы? А мы, знаете ли, хреново. Вот напились с горя. Я вижу.
Вот мы напились и думаем, почему все мужики вот такие? Почему им все время что-нибудь надо? И либо жилплощадь, либо сердце разбить. Но женщины в последнем преуспели не меньше. Я вот думаю, ну почему, если нормальный парень встречается, нормальный парень, у него обязательно на руке кольцо или в шкафу какие-то вещи другой женщины? Угу. Это на кого вы намекаете? Помилуй бог, какие намеки. Я говорю абсолютно прямолинейно. Но уже не членораздельно. Что? Что слышали, Надя? Вы пьяны. Я не вижу смысла продолжать дальше разговор. А я не вижу смысла говорить о любви, когда у тебя в шкафу находятся вещи другой женщины. Что ты несешь? Какие вещи? Какие вещи? Какие вещи? Такие вещи! Женские вещи! Причем здесь я и какие-то женские вещи? Вот и я тоже думаю, почему у тебя в шкафу находятся женские вещи? У меня в шкафу нет женских вещей! Да? Так может это не твой шкаф? Какой шкаф? Такой, с открывающимися дверцами. Подожди, ты что? Ты залезала в чужой шкаф? А это у тебя что, дома стоит чужой шкаф? Если ты о той квартире, то она не моя. Да, я о той квартире, да. А, она не твоя, я так и подумала. Мы ее снимаем вместе со сменщиком с работы. И что у него в шкафу, я не знаю. А твой сменщик, это случайно не женщина с 50-м размером и с таким ужасным кружевным женским бельем? Вот что ты мелешь? Не знаю. Бред сумасшедшей женщины. Вот-вот. Которая влюбилась в хирурга, который спас жизнь ее подруги. И вообще, любовь — это такая сложная штука. Надя. Что, Слава, что? Противно тебе? Со мной напилась я, да? Да мне самой противно, так, понимаешь? Вас вообще нужно всех сослать на Колыму, потому что, чтобы вы женщинам жизнь не портили. Так, Надя, успокойся. И не волнуй. По-моему, мне надо отвезти в номер и уложить спать. Да, конечно, отведите меня в номер, так. Конечно. Пойдем, сложите пойдем, меня туда, я отвезти помогу, меня в номер. Скажите, куда ее надо отвезти. Мам, ну за что ты со мной так? Пойдем, я же просто пойдем. Хотела простого женского счастья. Я бы тебе готовила бутерброд, я бы даже пойдем. Не знала, что у тебя так. Кто-то есть. Я была бы хорошая примерная жена, и все было бы у нас хорошо. Ну зачем ты повесила это в шкаф? Держаться. Пойдем, солнышко мое, ну пойдем. Да, только ты меня понимаешь. Ну что же это такое? Маленький. Пойдем, номер. Так. Опа. Пошли. Саш, показывай, куда. Проходи, клади ее на кровать. Сейчас. Давай, давай. Господи. О, ну вы даете, девчонки. Господи, ну как же я позволила ей так напиться? Если человек хочет напиться, ему уже никто не в состоянии помешать. Тоже верно. Но вы знаете, вообще-то, Надька, она никогда так не пьет и вообще ничего подобного не делает. Просто ей плохо. Это я могу похандрить. Поплакать, вены вон себе порезать, а она все внутри держит, вот только иногда прорывается. И почему же ей плохо? А всем одиноким людям плохо по одной причине. Ладно, я пойду. Знаешь, Саш, мне очень нравится Надя. Но, по всей видимости, я не в состоянии сделать ее счастливой. А может, вам только так кажется? Ведь человеку немного надо. Просто, чтобы его любили и были искренни. Привет. Господи, ты меня напугал. Не хотел, извини. Ты что здесь делаешь? Жду тебя. Меня? Зачем? Поговорить.
Ну тогда говори, а то мне холодно. А так теплее? Прекрати. А что так злишься? Как так? Ну, так, словно я тебе нравлюсь. Брось ты. Я тебя не знаю и знать не хочу. Ну и чем же тебя обидел так тот мужчина, за которого ты решила покинуть этот белый свет? С чего ты взял? Ну, догадался по шрамам. Ты все равно ничего не поймешь. Ты скажи, а я попробую. Господи, тебе-то это зачем? Не хочу, чтобы ты окончательно замкнулся на своей проблеме. Вот и все. А я хочу замкнуться на своих проблемах, чтобы никто меня больше не предал. Ну, тогда и полюбить никто не сможет. Господи, да и не надо. Слушай, что ты ко мне пристал? Что ты от меня хочешь, а? Я сегодня уезжаю. С катертью дорожка. И мы никогда больше не увидимся. Очень хорошо. А ты не пожалеешь, что не попыталась снова полюбить? 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 Это не такое страшное слово, как тебе кажется. Без любви жизнь теряет яркие краски. Я тебе не верю. Почему? Ты сам знаешь, почему. Знаю, но ты не должна сдаваться. Господи, ты же меня не знаешь. Совсем не знаешь. Не знаю, но очень хочу узнать. Очень. Прекрати спектакль. Саш, хватит дуться. Я собрала твои вещи. Уходи. Что, любовь прошла, завяли помидоры? Прошла. Но ведь из-за ерунды, Саш. Что? Для тебя это ерунда? Я тебя люблю. Нет, ну ты правда думаешь, что я такая дура, что я опять тебе поверю? Нет, ты не дура. Ты дура еще та. До 24 лет дожила, ни одному мужику не нужна была. Скажи спасибо, что я тебя подобрал. Да ты знаешь, сколько ты за мои услуги должна? Квартиры не хватит, чтобы со мной расплатиться. Так ты со мной был только из-за квартиры. А ты в зеркало давно смотрелась? Пугало огородное. На, забирай свои вещи и вали отсюда, понял? Я забираю вещи. Я забираю свои вещи и вали отсюда. Это ты у меня сейчас пойдешь отсюда далеко и надолго. Ты с ума сошел? А ну пошла! Надь, ну что мне делать? Подавать на развод. Я думаю, что через суд ты сможешь его выписать. Суд — это долго. А мне сейчас надо где-то жить. Саш, ну ты на голову больная. Это твоя квартира. Ты будешь жить у себя. Я в одной квартире с этим подонком жить не буду. И вообще, Надь, я его боюсь. Значит так.
Завтра он уйдет на работу. Ты вызовешь слесаря, поменяешь замки. Все. Я ключ дома оставила. Ну, значит, он уйдет на работу, ты придешь, вызовешь слесаря, выломаешь старые замки, поставишь новые. Ты ужинать будешь? Ну, как хочешь. Саш! Саш, постой! Все кончено. Я подаю на развод. Я знаю. Ну и на что ты теперь надеешься? Ни на что. Я просто зашел отдать тебе ключи. Спасибо. Лично против тебя я ничего не имею. Просто твой муж задолжал моему хозяину очень крупную сумму денег. А знаешь, кто мой хозяин? Мой хозяин Толя Князь. И шутить с ним нельзя. Потому что он и тебя, и твоего мужа, да и меня очень легко может отправить на тот свет. С мужа твоего получить нечего, сама понимаешь. А вот у тебя есть хата. Скажи мне, зачем тебе мертвая хата? Подумай. Ну вот и молодец. Давай тогда завтра, с утречка, поедем к нотариусу, оформишь все путем, ну и разойдемся, как в море корабли. Ну, все, потерпи до утра. Готово. Я же говорил, что все будет хорошо. Колян, какой талант пропадает. Как ты ее развел? Хату голыми руками. Учись, студент. А Толя Князь это кто? Да никто. Это я так, для убедительности сказал. Ну, видишь, как все просто. Ты свободна. Ты можешь идти. Мальчик с нами останется. Мы твою хату по доверенности продавать будем. А ты молись, чтобы он это сделал быстро и дорого. А то князь ему неустойку влепит.
Ты в милицию лучше не ходи. Там у князя все куплено, только беду на себя накликаешь. От сумы, от тюрьмы не зарекайся. Пошли. Да, развели тебя как... Даже слов не знаю подобрать, чтобы помягче. Да я знаю. Это потом нам с Надькой рассказали, что никакого Толи князя на самом деле не существует. И что мальчики нас взяли просто на испуг. Но ты не представляешь, как мне было страшно в этом доме пустом. Я правда думала, что они меня сейчас на кусочки начнут резать. Достаточно было просто поставить другую подпись. Господи, и все. Господи, да кто же знал? Значит, получается, что вены ты резала не из-за несчастной любви, а из-за того, что тебе просто деваться было некуда, кроме Надькиной комнаты в коммуналке. Да не знаю. Как-то так навалилось все. Не за что стало бороться. И незачем. Саш, ты прости меня. Я когда тебе в душу лез, я не думал, что все так... Как так? Так запущено, да? А теперь узнал. Слушай, а может тебе что-нибудь еще интересно? Ты спрашивай, я расскажу. Саш. Что, Саш? Думаешь, если я тебе что-нибудь сказала, то ты можешь делать со мной все, что хочешь? Саш, ты меня не так поняла, но... Господи, да все я поняла. Ну да, на подлеца ты не похож, но и жалость мне твоя тоже не нужна. Я не собирался тебя жалеть, хотя должен тебя кто-то пожалеть, должен тебя кто-то защитить. Иди ты. Постой, я-то пойду. Но ты останешься. Неужели ты не видишь, что ты окончательно потеряла веру в людей? Господи, да какую веру в людей? О чем ты говоришь? Ты посмотри на себя. Ты же просто играешься со мной так, для развлечения. Для разнообразия сходить налево. На какое лево? На какое право? Я действительно к тебе с искренними намерениями. Да, это ты своей жене расскажи. Может, она поверит. Какой жене? Какой жене? А это что? А это... Ну да, действительно. Признаюсь, я был женат. Но я давно уже разведен, поверь мне. Кольцо просто не снималось, я его спилил, вот и все, ну! Господи, какая я дура. Вот стою и все это слушаю. Это правда! Я тебе не верю. Не веришь. Хорошо. Пойдем, я покажу тебе штамп в паспорте. Пойдем, пойдем! Не надо, никуда я не пойду! Ну пойдем, пойдем, пойдем! Слушай, ну зачем тебе это надо, а? Я хочу тебе доказать, что я тебя не обманываю. Ну, предположим, ты доказала, я тебе поверила. И дальше что? Нет, секунду. Если бы ты мне поверила, ты бы меня не спрашивала. Так, паспорт, 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 паспорт. Ах ты... Где же, а? Черт, нет. Так, а куда? А, вспомнил. Я его оставил в номере. Поехали в гостиницу. Ты с ума сошел? Поехали, поехали. Это уже дело чести. Садись. Так, так, так. Угу. Ты подожди здесь, хорошо? Может, они в неглиже. Хорошо. Ты чё, Эдик? Ну ты чё, охренел что ли? Да вы сами охренели, ну! Мужики, ну подъем, ну! Дай поспать! Подъем! Просыпайтесь, вспоминайте, ну! Где кейс? Куда какой вы его дели? Кейс? Какой кейс? С паспортами, с 200 косарями зеленых. Ну? Ну вот, вот. Что за фигня? Эдик, ты так не шути. Где кейс? Где кейс? Меня здесь не было. Ну?
проспать 200 тысяч долларов. Подожди, подожди. Ой. Так, скажи мне, что здесь вчера было? Да что было, что было? Мы посидели с девчонками, выпили. У меня часов нет, цепочки нет. И у меня тоже. Так, секунду. С кем посидели? Сколько выпили? Вспоминай, ну ведь все. Тебе, мне, всем хана, ну! И бизнесу нашему! Да черт его знает, с какими-то женщинами познакомились в баре, выпили. Выпили немного. Блин, я вырубился, ничего не помню. Да они нам, наверное, подсыпали что-то вино, потому что... Потом приволокли нас сюда, я... Обули нас, как лохов. Ну где теперь этих женщин искать? Ну, чего сидите? Пошли к администратору. Руслан, меня подожди, Руслан! Я все слышала. Отлично. Видишь, как в жизни бывает? Не только наивных девчонок убывает. А много денег было в кейсе? 200 тысяч долларов. Ого. Ну а зачем вы столько денег с собой на гулянку возите? Да не на гулянку мы собрались. Мы здесь вообще совершенно случайно оказались. Мы ехали на сделку. Партнеры наши задерживались. Руслану пришла в голову идея задержаться здесь. Отдохнуть пару дней, чтобы в город не возвращаться. Ну а сегодня, в 12 часов, мы должны отдать деньги. Выходит, если б не я, ты бы остался, и ничего не случилось да, бы. Да при чем здесь ты? Ну как при чем? Ведь ты же из-за меня уехал. Нет. Я сам во всем виноват. Сам. У меня была жена. Она ушла к другому. Была квартира, оставил жене и сыну. Был свой бизнес. А теперь... Пустое место. Все начинает с нуля. Ну, я думала, что это деньги Руслана. Ну, деньги Руслана так и есть. Но дела-то общие. Слушай, ну а ты точно уверен, что это те женщины взяли те деньги? Больше некому. Эдик, ну скажи мне честно, вы не бандиты? Да не бандиты мы. Мы предприниматели. А зачем вам столько наличных? Ну, не все же дела проходят по безналу. Ладно. Я найду вам этих дамочек. Что? Пошли быстрее, может, успеем. Куда? Катюша, добрый день. Здравствуйте. Здравствуйте. Мы к тебе по важному делу. Подскажи, пожалуйста, кто у тебя живет в... Восьмом номере. Да, в восьмом номере. В восьмом... Там жило две девочки, но они сегодня утром уехали. Ага, торопились, значит. Скажи, у тебя остались паспортные данные? Конечно, остались. А что случилось? Понятно. Хорошо, я тебе потом расскажу. Пойдем. Подожди секунду. Что? Ты ведь знала, с кем они вчера встречались? Знала? Ну да. Откуда? Вы вчера с Надей весь вечер были на турбазе, так? А ты что, за нами следил? Да, следил. Ну, честно говоря, разведчик из тебя никакой. И все же... Ты будешь смеяться. Обещаю, не буду. Ну хорошо, ну а если я тебе скажу, ты мне скажешь, зачем ты за нами следил? Договорились. В общем, так. Так. Вчера вечером мы с Надей пошли к бару и увидели, как они пили с теми двумя девицами. Пошли к бару? Зачем?
Ну как зачем? Твой Дима запудрил Надьке мозги и пригласил нас на свидание. И вы ему поверили? Ну да. Слушай, ну у него же все на лице написано. Он же шалопутный. Он мне сказал, что вы отказались. Я ведь именно поэтому поехал на турбазу. Ну, чтобы поговорить с тобой на прощание. Странно, да? Как в жизни бывает. Может быть... Может быть, это и есть любовь. С первого взгляда. Что? Ну? Руслан позвонил уже в милицию. В общем, к этим девкам наряд милиции уже выйдет. Отлично. Так что будем надеяться, что они не потратили все наши деньги. Девушка, вот дорогая, спасибо вам огромное. Спасибо. Не за что. Езжайте, вас уже ждут. Еще раз спасибо. До свидания. Пока. Ну так что? Я вечером приеду, паспорт привезу. Не надо, я тебе верю. Значит, вечером идем в кино? Может быть. У тебя все будет хорошо. А у меня и так уже все хорошо. До встречи. Пока. Надька! Надька, просыпайся! Надька, просыпайся! Тут такое случилось! Не тряси Надя. Меня! Ну, Надя! Я тебе сейчас все расскажу. Ну? Да. Хорошая эта девушка. Как ее? Как ее? А... Саша. Саша. Надо бы как-то ее отблагодарить. Я знаю. А он теперь женится на ней. И снова подарит любимой женщине квартиру, сына. И дерево. Про дерево не забудь. Ладно, бутуны. Поехали. Слушай, ну почему ты меня не разбудила? Из-за тебя я все пропустила. Тоже меня подруга называется. Ну извини. Угу. Сейчас. Привет. Надя здесь? Здесь. Проходи. Надя, выслушай меня, пожалуйста. Говорите, Вячеслав Максимович. Я понимаю, что должен был тебе сразу сказать, что эта квартира не моя. Что я ее снимаю, да еще не один, а с парнем с работы, который... Ну, это не важно. Я знаю, что в моем возрасте я уже давно должен был обзавестись своим жильем, но... Я боялся тебе признаться, что я... неудачник. Только пойми, я... без тебя теперь не смогу. Я почувствовал... себя рядом с тобой совсем другим человеком. Каким? Счастливым. Так как-то глупо так все получилось. Еще дурацкий лифчик. Не стоило вам тратить на меня время. Со мной никому не дается построить нормальных отношений. Я согласен на ненормальные.
Квартира, сами видите, замечательная, большая, просторная, светлая. Да. Мне нравится, нравится. Если какие-то сомнения в цене, то не переживайте. Ну нет, что вы, цена приемлемая. Документики бы увидеть. Есть документы? Конечно, есть. Просто убедиться, что они в порядке. Да, хорошо, конечно. Отлично. Ну. Так, ну что тут вам дать, показать? А давайте целиком я посмотрю. Да. Угу. Угу. Ага, вот. Ага, доверенность на продажу жилплощади. Да. Ну что, документы составлены, по-моему, грамотно. Вот только добыты. Противозаконно. Ну-ка давай. Теперь слушай меня внимательно. Даю тебе 2 часа, чтобы... Лежать, я сказал! Даю тебе 2 часа, говорю. Выписаться из этой квартиры и навсегда уехать из этого города. Ясно! Ясно, я говорю! Ясно! Иначе 2 красавицы пишут заявление в милицию, и пойдешь ты тогда по этапу за похищение человека и вымогательство. Да? И легендой о Толе Князе будешь лечить зэков на нарах 7-8 лет. Понял, я сказал? Понял, понял. Ключи. В кармане. Ну доставай, чё, я за тебя доставать буду, что ли? Можно я скажу? Наденька, ты мой самый близкий человек. Ты моя самая лучшая подруга. Ты никогда не предавала меня и всегда помогала мне, когда мне было плохо. Я хочу выпить за тебя и за Славу. Слава, ты потрясающий врач и человек, спасший мне жизнь. Вы замечательная пара. За вас, ребята. И Горько! 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 Горько!